А перед началом видоса я показываю комментарии самых активных подписчиков из предыдущего обзора. Это Фьюсти, Найслол и MyGames. Спасибо вам, ребят. Привет, интернет, с вами Илья, и это новый формат для любителей халявы на нашем канале. Это новая рубрика, в которой я буду показывать вам игрушки на разные платформы, которые внезапно стали бесплатными. В общем, ставь лайк, если тебе нравится такая идея, и как только мы наберем 1000, то я сразу выкладываю новую халявную игру на нашем канале. Ну а сегодня у нас халява в Origin на игрушку Steam World. Нам предлагают ее получить бесплатно и навсегда. Перед нами такая платформенная игра Капуста. Палка с сильным влиянием Метроид. Играйте за Расти, робота-рудокопа, который прибыл в старый шахтерский городок, погибающий от лишений. Мы спускаемся под землю, собирая сокровища и прорывая ход к древнему злу, ждущему в глубинах. Для того, чтобы нам пройти игру полностью, придется прям на максимум подключать голову, потому что здесь очень много крутых загадок, поэтому уверен, что игрушка многим зайдет. Так вот, чтобы получить игрушку бесплатно, вам всего лишь необходимо авторизироваться в Origin, добавить игру в свою библиотеку. Ссылочку я оставлю в описании. Надеюсь, что вам вообще будет интересен такой жанр, и вы поиграете в нее на такую вот халяву. Ну а с вами был, как всегда, Илья. Вот такой вот у нас мини-видосик получился, но я надеюсь, что он будет для вас полезен. До скорых встреч и пока!